все любители хоккея и катания на льду могут смело расчехлять свои коньки. Установившаяся морозная погода позволила залить катки на территории Ленинского района. В сельском поселении Молоковское – один из самых больших. Заливку осуществляет МБУ «Дорфсервис». Мы ежегодно заливаем катки, как бы, по поселениям, которые мы обслуживаем. В этом году 5 катков мы опять заливаем. Вот поселение Молоковское – это один из них. Заливаем по технологиям. Специальные люди у нас, организации, которые этим занимаются профессионально. Поэтому, я думаю, доставим радость жителям. Технология заливки льда проходит в несколько этапов. После того, как выпало необходимое количество снега, его нужно уплотнить, чтобы в будущем нарастить достаточный слой льда. В данный момент уже приступили к четвертой заливке на сегодняшний день, чтобы добиться определенной толщины, это 10-15 сантиметров. Вот. После этого, как мы добьемся 10-15 сантиметров, уже будет выравнивающий слой горячей воды. После этого уже смогут детишки и взрослые кататься на катке. Каток в Молоковском поселении всегда пользуется большой популярностью. Традиционно здесь занимаются зимними видами спорта, а также территория возле катка становится любимым местом для прогулок с детьми. В темное время суток здесь зажигаются огни освещения и красочная иллюминация, что создает по-настоящему праздничную атмосферу. Мы обязательно будем приходить сюда не только в праздничные дни, но и гулять здесь вечером с удовольствием, потому что освещение очень красиво, детям очень нравится. Ну, замечательно. Здесь всегда дети и взрослые приезжают играть, ребята. Ну, занимается здесь начальство, все время каток здесь в порядке. Уже в ближайшее время лед сделают ровным, и жители Молоковского поселения смогут насладиться катанием на коньках. Дмитрий Книга, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.